Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире первый выпуск информационной программы прокуратуры Ненецкого автономного округа «Правовое поле». О целях и задачах, а также о тематике выпусков расскажет прокурор Ненецкого автономного округа, государственный советник юстиции третьего класса Николай Валентинович Егоров. Николай Валентинович Егоров, выпускник Ленинградского государственного университета имени Жданова. В 1987 году назначен старшим следователем Киришской городской прокуратуры. Через 5 лет переведен на должность заместителя Киришского городского прокурора, а затем и прокурора этого города. В 2007 году приказом Генерального прокурора России назначен на должность заместителя прокурора Ленинградской области, затем занимал должность первого заместителя прокурора Ленинградской области. На должность прокурора Ненецкого автономного округа назначен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 февраля 2013 года. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Во-первых, благодарю редакцию Ненецкой телерадиовещательной компании и своих коллег за подготовку проекта «Правовое поле», идея которого созрела еще в прошлом году. Хочу обозначить цель нашего выпуска, как я ее вижу. Прежде всего, это повышение юридической грамотности наших сограждан, воспитание чувства уважения к закону российской государственности, возможность доведения до населения сути прокурорского надзора как одного из важнейших рычагов укрепления законности, правозащитной функции прокуратуры, утверждение подлинной демократии и новой российской государственности. Передача будет способствовать пропаганде права и уважения к закону. Без этого нормальная и стабильная жизнь общества невозможна. Как мы договорились, программа станет выходить в эфир 1 раз в месяц. Каждый ее выпуск будет посвящен отдельной теме. Мы осветим наиболее актуальные вопросы прокурорской практики, в том числе вопросы соблюдения конституционных прав граждан в различных сферах правоотношений. Сегодня мы поговорим о роли органов прокуратуры в системе государственного устройства России, их задачах по обеспечению верховенства закона. Система состоит из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов страны, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур, а также научных и образовательных учреждений, редакций, печатных изданий. Прокуратура действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации, возглавляющему Генеральную прокуратуру. В настоящее время Генеральным прокурором России является действительный государственный советник юстиции Юрий Яковлевич Чайка. Прокуроры субъектов Российской Федерации подчинены и подотчетны Генеральному прокурору, назначаются и освобождаются им от занимаемой должности по согласованию с органами государственной власти соответствующего региона. В Ненецком автономном округе назначение на должность прокурора согласуют собрание депутатов округа, что, однако, не делает прокурора подчиненным и подотчетным собранию. Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и принимает участие в рассмотрении дел судами. Эти и иные функции выполняет небольшой коллектив прокуратуры Ненецкого автономного округа, в котором работает всего 41 человек. При этом объем работы, содержание задач и территория, на которой приходится воплощать их в жизнь, весьма обширны. Огромное расстояние, труднодоступность и отдаленность населенных пунктов, неласковый северный климат – все это обуславливает особые требования к характеру прокурорского работника на Крайнем Севере. Он должен быть сильным духом и телом, стойким против жизненных невзгод, неравнодушным к людям и верным закону. Именно такие люди трудятся в прокуратуре Ненецкого автономного округа. Прокуратура Ненецкого автономного округа – это коллектив единомышленников, подвижников, энтузиастов, состоящий из 41 человека. Возглавляет прокуратуру Ненецкого автономного округа государственный советник юстиции третьего класса Николай Валентинович Егоров, который осуществляет общее руководство всей деятельности прокуратуры, координацию правоохранительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления и иные функции. Первый заместитель прокурора Александр Петрович Саблин. В его обязанности входит организация
организации рассмотрения писем и обращений граждан, юридических и должностных лиц, финансовое и материально-техническое обеспечение прокуратуры. Первый заместитель прокурора руководит аттестационной комиссией. Заместитель прокурора Виталий Николаевич Кудревец организует надзор за предварительным следствием, дознанием, оперативно-розыскной деятельностью, работу по обеспечению участия прокуратуры в уголовном судопроизводстве, то есть находится на переднем крае охраны закона. С начала 2012 года в коллектив прокуратуры НАО влилась Елена Александровна Макушенко. Опытный, высококвалифицированный юрист, человек, наделенный большим жизненным и профессиональным опытом. Она организует деятельность в сфере надзора за исполнением федерального законодательства, соблюдением прав несовершеннолетних, участия прокуроров в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Сегодня работу прокуратуры округа невозможно представить без старших помощников прокурора Дмитрия Вавилова, Александра Елисеева, Елены Карпушевой, Ирины Яковлевой, Елены Маркеловой. Их деятельность охватывает практически все сферы прокурорского надзора. Это глубоко принципиальные, порядочные и профессионально подготовленные люди. В прокуратуре округа созданы отделы по надзору за исполнением федерального законодательства, по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью и ряд других. Важным направлением деятельности прокуратуры является рассмотрение заявлений, жалоб и обращений граждан. В 2012 году прокуратурой округа рассмотрено более 1000 обращений граждан, из которых 20% от числа поступивших были удовлетворены. Наибольшее количество поступающих жалоб связано с нарушением трудовых, жилищных и пенсионных прав граждан. В целях обеспечения защиты и охраны прав и свобод человека, гражданина, укрепления законности и правопорядка, прокуратурой округа организован ежедневный прием граждан в здании прокуратуры. Кроме того, прокурором осуществляется прием граждан в общественной приемной президента Российской Федерации в Ненецком автономном округе. В настоящее время каждый гражданин, чьи права нарушены, может обратиться к прокурору округа посредством современной электронной связи через интернет-приемную сайта прокуратуры округа. У прокуратуры округа имеется официальный сайт в сети интернет www.prokuratura-now.ru, с помощью которого граждане могут обратиться к прокурору округа по различным вопросам. Но все-таки основным средством общения работников прокуратуры с населением являются личные приемы граждан. Двери прокуратуры всегда открыты для людей. Прокуратура обладает достаточно широкими полномочиями. По любой информации о нарушении закона мы обязательно проводим проверки. Если эта информация подтверждается, то прокурор незамедлительно принимает меры реагирования. Например, приносит протест на противоречащий закону правовой акт, вносит представление об устранении нарушений закона, выносит постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, обращается в суд с исковым заявлением в защиту определенных категорий лиц. Прокурор вправе в судебном порядке оспорить незаконный нормативный правовой акт, обжаловать как действия, так и бездействия органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц. А если будет установлено, что нарушитель совершил преступление, материалы проверки с постановлением прокурора направляются в следственный орган. Выявив нарушение при расследовании уголовного дела, прокурор вносит требования об их устранении. Также прокурор поддерживает государственное обвинение в суде и координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Именно прокурор призван сплотить воедино органы правопорядка. Николай Валентинович, вы уже проанализировали результаты работы прокуратуры Ненецкого автономного округа в 2012 году. Какова ваша оценка деятельности прокуратуры в 2012 году? Да, итоги работы прокуратуры были подведены на коллегии прокуратуры округа. И я хотел бы выразить благодарность моему предшественнику, прокурору Ненецкого автономного округа Никонову Владимиру Николаевичу за эффективность, за реальный вклад в защиту конституционных прав граждан. Приоритетными направлениями работы в прошлом году являлись вопросы соблюдения законности при осуществлении государственных и муниципальных закупок, в сфере ЖКХ, защите социальных прав граждан, прав субъектов предпринимательства,
а также в сфере экологии и противодействия преступности. Наибольшее количество нарушений, 2396, выявлено прокуратурой региона при осуществлении надзора за соблюдением прав граждан. На данном направлении в суды направлено 302 исковых заявлений, внесено 75 представлений, 68 субъектов подвергнуты по инициативе прокурора административному наказанию. По материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела. За сухими цифрами статистики скрыта реальная кропотливая работа прокуратуры по восстановлению нарушенных прав жителей округа. 153 работникам погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 12 миллионов рублей. 13 детям-сиротам решениями судов предоставлено жилье. 51 пенсионеру свыше 3,5 миллионов рублей выплачены компенсации проезда к месту отдыха, а также необоснованно взысканных налогов с доплат к трудовой пенсии. На 18% снизился уровень преступности в округе. В том числе снизилась преступность по особо тяжким и тяжким составам. На 8% повысился уровень раскрываемости преступлений. В заключение я бы хотел сказать о планах прокуратуры на текущий год. Сегодня, по указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, нами проводится проверка законности увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В настоящее время в прокуратуре округа работает временная приемная прокурора по обеспечению прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также в 2013 году приоритетными будут оставаться вопросы соблюдения конституционных прав граждан на своевременную оплату труда, защиты прав детей-сирот, инвалидов, пенсионеров, вопросы координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью, противодействию коррупции. Спасибо, Николай Валентинович. А я хочу напомнить, что мы встретимся с вами ровно через месяц. Речь в наших последующих передачах пойдет о соблюдении жилищных прав граждан, в том числе при сносе ветхого аварийного жилищного фонда. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч.